Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Lexus CT200H, H обозначение гибрида. Очень интересный автомобиль. Как говорится, с корабля на бал. Пригнал автомобиль, проехал на нем порядка 1500 километров, и очень понравилось его поведение. Сразу скажу, это не гонка, но то, как он себя ведет, как сидеть за рулем и какой у него расход, привели меня к тому, что я хочу рассказать об этом автомобиле. Обзоров я, конечно, не веду, но кто не пробует, у того не получается. Сейчас помою, почищу и дня через два, через три сниму краткое видео и выложу мое отношение к этому автомобилю. Или, как говорится, мой отзыв об этом автомобиле. А в данный момент, еще до мойки, хочу устранить здесь пару дефектов. Автомобиль с низкой посадкой, и предыдущий хозяин где-то цепанул бампером, оторвал локер. И со второй стороны тоже что-то здесь. Хотя ничего не висит, не болтается, но сейчас подниму, гляну. Здесь клипса интересная, она защелкивается, чтобы ее вытащить. Вот когда вертикально стоит, это защелкнуто, чтобы вытащить, надо горизонтально ее повернуть. Вот она. Здесь часть бампера, вот она, кусочек маленький, вот это вот целое, здесь как такового уха нету, а вот этот кусочек, один зажим оторвало, наверху все цело, это хорошо. Сейчас почищу ее здесь маленько и вставлю на место. В принципе, ее просто стянуло. Внизу саморез тоже ослаблен. До конца его откручивать не буду, чтобы завести вот эту выскочившую нижнюю часть. Ну, а теперь можно защелкнуть. Поджимаю и вставляю на место клипсы. Все. Всего-то надо было поправить. Но, честно говоря, зажимы, вон видно, ходят по пыльнику, по локеру, держат на соплях. Что тут подыскивать слова? Сейчас подниму повыше, посмотрю днище. Вот, поднял повыше. Ну, конечно, бампер
пошорканы. Здесь надрыв. И самое интересное, с этой стороны тоже надрыв бампера в одном месте. Что с одной, что с другой стороны. Ну а так, в целом, днище в отличном состоянии. Пластиковая защита целая. Пыльник двигателя целый. Единственное, вот здесь потеряна одна клипса. Сейчас я ее установлю на место. Здесь пластиковые пыльники с обоих сторон целые. Пробег у автомобиля 40 тысяч километров. Даже там не 40, 39. Брал 37. С копейками был. Вот еще выскочила заглушка на пороге. Все на месте стоит. Со второй стороны точно такая же заглушка, но стоит на месте. Ну и все. Во всем остальном здесь все отлично. Вот такой вот Prius в исполнении Lexus. Ладно, мою чищу и снимаю.